как называется? Итак, меня зовут Андрей Ключенко, я со своей командой и со своей компанией. Сейчас мы хотим развивать проект Midas, безопасное кредитование с помощью блокчейна, криптовалюты, и всего чего. Нам для этого нужно, мы бы с благодарностью приняли помощь, опыт UX-специалиста, специалиста по оценке кредитных рисков и по маркетингу финансовых продуктов. Все. А как будете понимать, что вы реализовали? Как вам оценку ставить? Что вы хотите сделать? Цель минимум у нас на эти два дня – это реализовать кликабельный прототип. Цель максимум провести по этому кликабельному прототипу первых рисков. Плюс клиент. Спасибо. Так, кто следующий? Я хочу. Давай. Так, всем привет, меня зовут Дима Давриш. Сегодня я приехал к вам с маленькой такой идейкой. Вот цель моего нашего визита, я с напарницей приехал, Илья Школа, чтобы представить его. С маленькой идейкой, которую я хотел бы все-таки родить, да, называется это Baby Startup. Baby? Baby Startup, да, идея называется. Baby Startup, Baby. Вот, смысл, коротко расскажу, что это такое. То есть это, по идее, должна быть краудинвестинговая платформа, вот, на которой стартапы, скажем так, размещаются. Только те стартапы, которые, скажем так, получили поддержку инкубатора.